Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередное видео с распаковкой посылок. Не часто мне приходят посылки, но уж поверьте, бывает. От своих подписчиков, но иногда приходят посылки с рекламой. То есть распаковать, прорекламировать, ну и показать всем людям, что есть такие вещи, предметы. Вот на этот раз у меня пришла посылка. Посылка довольно-таки интересная, возможно, кому-то она будет и любопытно, интересно, может быть, даже кто-то и воспользуется. Посылка пришла у нас от МД региона, и я вам покажу, что нам прислали на этот раз. До этого мы были посылки по распаковке металлоискателя Vanquish 540. В принципе, хороший продукт, я его отрекламировал, в принципе, по чесноку. Все, что он заслуживает, я вам показывал и рассказывал. Видео также будет, все свои нюансы я о нем тоже расскажу, свое личное мнение. Вот. Но в целом прибор хороший. Но сегодня не об этом. Сегодня именно об этом товаре. Товар довольно-таки интересный, и мы будем с вами распаковывать. Кстати, в ближайшее время будет распаковка посылок от моих подписчиков. В частности, сейчас у меня находятся две посылки. Одна кладовая. Да-да, ребята, кладовая. И вторая, как бы, знаете, ценная. Очень весьма ценная. Один из подписчиков мне решил помочь аппаратурой. И об этом я вам тоже в ближайшее время скажу. Ну а сейчас к распаковке данного девайса. Может, он вам пригодится. Смотрим. Будет интересно. Ну и что, ребят, не будем долго церемониться. Скажу, что пришел у нас ООО «Сафари» из города Киров. И давайте вскроем посылочку, не будем сразу долго рассусоливать. Так, внутри сразу видите, да? Опа-на, МД регион. Давайте посмотрим. Фирменная упаковка. Это радует. Тут у нас, ребята, все пусто, ничего нету. Так, F300. Как вы знаете, МД регион специализируется на поисковом оборудовании, и поисковый магнит не исключение. Все магниты МД региона производятся в Москве. Магниты МД региона выпускаются вот в таких фирменных упаковках. На самой коробке стоит фирменный знак, логотип МД регион. Маркировка продукции. В данном случае магнит лежит грузоподъемности 300 килограмм. Двухсторонний. Так, хорошо. Здесь у нас комплектация. Та-дам. Все хорошо. Упаковано вообще шикарно, ребят. Сразу видно. И вот он наш красавец. Я думал, поменьше будет. Смотрите здесь. С логотипом МД регион F300 двухсторонний. Класс. Один боковой, другой центральный. Ребята, а я больше у меня не хватит сил. Отодрать. Опа. Отодрали. Вот это да, вот это сила. Я обязательно вам покажу, на сколько килограмм можно оторвать железки. Ого, вот это да! Вот это магнитик! Обязательно его испытаю в деле и вам покажу, какой результат будет. Подарок вообще огонь. Вообще огонь. При покупке в комплектности обязательно лежит паспорт с описанием и характеристиками. Теперь перейдем к обзору самого поискового магнита. В комплект входит сам поисковый магнит. В данном случае он двухсторонний. Две рабочие поверхности и два рым-болта. Один болт литой для заброса магнита с берега. И второй для вертикального подъема. Большой плюс рым-болта для горизонтального подъема – это гайка «Барашек», что, несомненно, удобнее, чем обычные гайки, которые используют другие поисковые магниты. Чем удобнее? Не нужно никаких дополнительных ключей.
Все делается от руки. И магнит готов к работе. Вот так выглядит поисковый магнит в сборе. Центральный болт для вертикального подъема, например, с мостов, с лодок или опускания в колодец. Боковой для дальнего заброса в реки, озера. Мы используем боковой рымболт. За проушину привязывают веревку. Как привязать, этим я с вами поделюсь в следующих выпусках. Ну и давайте о мерах безопасности. Не допускается держать пальцы между рабочей плоскостью магнита и железным предметом. Прищемит и будет больно. Запрещается брать два и более магнитов сразу. Приклеится, потом фиг отклеишь. Не подносите и не храните магнит вблизи электронных устройств, а то придется покупать новый телефон. Хранить в недоступном для детей месте. Мало ли что. Многие, наверное, поисковики, а может быть даже и кто копает по Великоотечественной, или просто копает металлолом, из рек достает. Я думаю, вещь заинтересует, и вы, наверное, испытаете деле. И я его в ближайшее время, его, конечно же, испытаю. И вместе с вами убедимся, насколько этот магнитик силен на самом деле. Вещь-огонь. Класс. Так, ну и все, наверное, да? Коробочка пустая. Никаких бумажечек, рекламных агитаций нету. Вот такой вот у нас поисковый магнит. Видео коротенькое, вам для информации сделано. Поставщику Safari. Магнит поисковый МД регион. Назначение: поиск и удержание ферромагнитных предметов. Для тех, кто хочет заказать поисковый магнит прямо сейчас, в описании под видео есть ссылка на МД регион. За окном мороз, и нам не суждено покидать в этом году. Так что до встречи в следующем сезоне. Итак, ребята, на этом мы посмотрели. Достаточно хороший девайс, поисковый магнит нужен, в принципе, любому кладоискателю. Может даже быть и не нужен, но попробовать действительно стоит. Недорогой, интересный. Хобби вам порадует, может кто-то заинтересуется и на этом будет зарабатывать. В каком плане? Вы, наверное, увидите то же самое в ближайшее время. Я буду с этим магнитом выходить в поисках металла на реку. Может быть колодец, может быть озеро. Все зависит от того, где вы живете. Может быть что-то интересное найдете на практике, как я знаю. Доставали из рек различные древности, в частности окинаки, наконечники. Все зависит от того, где вы живете. Может быть и вкусняшки какие-то будет. Так что на этом и все. Всем пока. До новых встреч. Ждем очередной распаковки посылок от своих подписчиков. Кстати, на рекламной основе, ребят. Если кому-то что-то нужно отрекламировать, присылайте. Мы с вами распакуем. И я всему свету по секрету о вас расскажу. На этом точно все. Всем пока. До новых встреч.